Десятки танцев, сотни выпускников, множество побед и море детских улыбок. Все это в студии странных и восточных танцев «Гюнеш». Не случайно визитной карточкой коллектива является солнечный танец. Ведь «Гюнеш» в переводе с турецкого означает «солнце». Репертуар танцевального коллектива очень велик и разнообразен. В него входит более 50 танцев – эстрадных, народных, стилизованных и восточных. В этом году в Доме культуры «Буревестник» студия «Гюнеш» отметила свой день рождения – десятилетие со дня основания. В юбилейном концерте зрители смогли увидеть лучшие номера коллектива и яркие поздравления его друзей. Мы пойдем с тобой, Варвара, мы зеленый сардуляк, по зеленым осадочке, соловьи, пташки поют. В студии «Гюнеш» занимается около 70 детей разных возрастов. А совсем недавно руководитель коллектива Ольга Антонова открыла набор в группы для взрослых. Мамы юных танцовщиц с удовольствием вступили в ряды студии и даже уже успели выступить на юбилейном концерте. Ольга Антонова является не только руководителем танцевального коллектива, но и его хореографом, режиссером и художником по костюмам. Благодаря ей студия существует, процветает и удивляет зрителей интересными постановками. Моя задача сейчас – растить интеллектуального танцора, танцора думающего, танцора умеющего не только танцевать, но и актерские подкованы. Сейчас даже благодаря этому, допустим, та же все наши масленицы, все какие-то мероприятия, девочки наши выступают даже как аниматоры, потому что они умеют работать с людьми, они умеют двигаться, они актерские уже развиты. Малышам, конечно, стоит поучиться. За годы своего существования студия «Гюнеш» приняла участие во многих городских, районных, всероссийских и международных конкурсах, в которых неоднократно становилась обладателем гран-при. Для Евгении Гурской самым запоминающимся стало выступление в Санкт-Петербурге. Самый волнительный конкурс – это был в Питере, потому что я ездила со средней группой, а я одна старшая. У меня было много переживаний, потому что танец у нас был, назывался «Цыплята». Маленькие дети, они там показывали движения, а я была, как сказать, хозяйкой их. Я была солисткой. И вот когда ты стоишь за сценой, столько нервов, столько переживаний. Это вообще... Вот у нас некоторые девочки даже не сдерживаются, они плачут за сценой, мы их успокаиваем. В ближайшем будущем студию «Гюнеш» ждут грандиозные выступления. Коллектив готовится показать свой новый танец «Импровизацию», который будет состоять из нескольких частей, связанных одной морской темой. А в следующем году Ольга Антонова мечтает перейти на новый уровень и преобразить студию в театр танца. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».